Все, дайте ему догнать, схватить, дайте ему схватить. И плавненько таскайте, плавно, влево, вправо так. Игрушку больше таскайте. Вот, хорошо. И теперь обмениваем на корм. Так не надо с ним, не надо, это нехорошее рычание. На корм заберите через корм. Смотрите, одно дело, когда собака рычит, независимо от ваших прикосновений. А если он рычит на прикосновении, это нехорошо. Все, понял. Вот, поэтому вы его сейчас пока не трогайте. И тем более так вот по горлу его как бы. Еще раз играем, забираем, играем, забираем. Вот, и таскаем. Влево, вправо, хорошо. Другой рукой перехватите, чтобы ему интересно было. Вот, хорошо. Отлично, хорошо. Перехватываем игрушку. Хорошо, вот, держать, молодец. И забираем. Сначала достали корм. Корм в нос, дай. А если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал бесплатно. И ставьте мне лайки.